Любимая мамочка. Самая любимая. Когда слова даже в игре и те о самом главном, о любви. Поздравления и теплые речи звучат на каждом углу. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха многолюдно. Праздник в день семьи, любви и верности создают не только организаторы, но и сами жители. Здесь и танцы, и игры, и беспроигрышная лотерея. Кто развлекаться не любит, может поучиться. Площадки для изучения иностранного языка и окружающего мира сегодня пользуются особой популярностью. Я считаю, что это идеальный способ изучения природы. Прививает детям, во-первых, усидчивость. Они следят долго, там, наблюдают, как эта ловушка работает. Во-вторых, прививает вот, интерес, наблюдательность там, да, вокруг себя, искать каких-то насекомых. Вот, посмотреть потом, что получилось. Это прям такой исследовательский проект получается. Дети пристроены, родители спокойны. Главными героями сегодня становятся не только молодожены, но и те, кому удалось пронести чувства сквозь долгие годы. На праздник пришли большими семьями. Угощались пончиками, танцевали, пели. В общем, очень задорный, классный праздник получился. Спасибо огромное. Создавали атмосферу аниматоры и, конечно, творческие коллективы Одинцовского округа. Праздник получился незабываемым. Гости парка долго не расходились. Сегодня им еще раз напомнили, что их чувства вне времени и пространства. Алтынай Урумбаева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».